Всем привет! Новости АвтоВАЗа. АвтоВАЗ снова начнет реализацию битопливных версий Веста и Ларгус по госпрограмме «Экогаз». В этом году правительство выделит автопроизводителям, выпускающим газомоторный транспорт, субсидии объемом не менее 600 миллионов рублей, которые будут предоставляться производителям в размере скидки для производителя при покупке техники. Для Веста и Ларгус с приставкой CNG размер скидки составит 115 тысяч рублей. В новом проекте постановления указано одно дополнительное условие для покупки со скидкой автомобиля, работающего на газомоторном топливе. У машин, выпущенных после июля этого года, должен быть электронный ПТС. Из-за новой экономической ситуации производство «Лада Веста СВ Спорт» переносится пока на июнь. Не исключено, что проект так и не будет осуществлен по экономическим соображениям. «Лада Веста», «Ларгус» и «Икс-Рей» запорожской сборки, собранные местной компанией ЗАЗ в пробном режиме, прошли проверку качества. Аудит качества производства и выпущенных машин, который произвел «Рено», закончен. Компания «Рено» полностью удовлетворена качеством сборки авто в Запорожье. С технической стороны, «Лада», которая собрана в Украине, полностью повторяет российские. Отличие только в вариациях. Собранные машины на Запорожском автомобильном заводе уже можно увидеть в фирменных дилерских центрах российской марки в Киеве. АвтоВАЗ запатентовал внешность типа спортивные гранты, и теперь сторонние компании не смогут изготавливать подобные обвесы для автомобиля. Версия Sport перестала выпускаться со сменой поколения гранты в 2018 году. Новая гранта пока спорт-версии не имеет, и, возможно, она ее и не получит впоследствии. Эту нишу займет доступный по цене Drive Active. Лада Гранта Drive Active отличается от обычной версии гранты только спортивным обвесом и настройками подвески. Двигатель, коробки передач и тормоза остались неизменными. Автомобиль оснащается 106-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра на выбор 5-ступенчатая механика или робот. Совсем недавно АвтоВАЗ прекратил сборку Lada X-Ray Cross, потому что закончились комплектующие. Для идущих по этой же нитке конвейера автомобилей Renault Logan и Sandero также ощущалась нехватка комплектующих. А теперь АвтоВАЗ и вовсе остановил производство автомобилей. На предприятии останутся те, кто контролирует печи в металлургическом производстве, отвечает за подачу воды и тепла, осуществляет охранные функции. Все работники АвтоВАЗа не заняты в непрерывных производственных процессах, антитеррористической защите, промышленной и транспортной безопасности. Они будут работать с 30 марта по 3 апреля. Заработная плата сотрудников, которые не будут работать на следующей неделе, будет сохранена, говорится в пресс-релизе АвтоВАЗа. Lada X-Ray Cross Instinct. Новая версия модели Lada X-Ray Cross была официально представлена в начале марта. Внешнюю модификацию можно узнать по черному цвету крыши и зеркал, а также шильдиком Instinct. В салоне появился увеличенный до 8 дюймов тачскрин мультимедийного комплекса, который оснащен сервисами Яндекс.Авто, включающими голосовой помощник Алиса, навигатор, браузер, сервисы музыки и поиска заправок. Производство Lada X-Ray Cross Instinct, по неофициальным данным, началось на АвтоВАЗе еще в середине февраля. Первые машины уже попали к дилерам. Цена на этот вариант X-Ray составляет 1 миллион 33 900 рублей с учетом стоимости лазурно-синего металлика, в который окрашен кузов. Lada X-Ray Cross оснащается 122-сильным двигателем, работающим в паре с 5-ступенчатой механикой, или же 113-сильным двигателем Renault Nissan и вариатором. Продажи Lada X-Ray Cross Instinct должны начаться после 3 апреля. Возможно, цена новой модификации будет немного выше озвученной, ведь с 1 апреля АвтоВАЗ поднимет цены. Ну и наконец, АвтоВАЗ с 1 апреля поднимет цены. Снижение цен на нефть, колебания курса рубля и, как следствие, стоимости сырья сделали свое дело. Обновит ценники на свои автомобили АвтоВАЗ уже на этой неделе, с 1 апреля. Корректировка цен затронет весь модельный ряд марки. В среднем машины подорожают на 5-10 тысяч рублей, то есть около 1%. Дилерские центры уже получили письмо, в котором сообщается об изменениях розничных цен автомобилей «Лада». Всем пока!